Что говорили сами авторы? Я только одну маленькую цитату мог привести, еще десяток таких цитат, которые ни во что не верили, что их касается кварков. Ну и, кстати, вот эта премия 2005 года, только что буквально. Вывод: кварки – вымышленные магнетические объекты. Ну и, соответственно, когда спросили Гелмана, существуют ли кварки, он ответил: «Who knows?» Я отвечаю: «Не существует».